Баннер в память о погибшей в Казани учительнице Эльвире Игнатьевой появился в Махачкале. Ей было всего 26 лет. Она погибла 11 мая во время расстрела Казанской гимназии. Стрелок Ильназ Галиев ворвался к ней в кабинет во время урока. По некоторым данным, девушка прикрыла собой одного из учащихся. Всего от рук Галиева погибли 7 учеников от 14 до 15 лет и 2 учителя. Еще 23 человека госпитализированы. После расстрела школьников Галиев сдался сам. Молодой убийца временно арестован на 2 месяца.